концу этого месяца работы на набережной должны быть закончены. Рабочие не успевают благоустроить берег городского пруда, как обещали к 15 ноября. Сегодня на площадке побывали представители администрации. В течение дня постоянный тотальный контроль проводится по количеству работников, количеству техники, что делают. Все прописано в муниципальном контракте. Каждый день просрочки – это штрафные санкции в виде пени. За две недели строители успели установить бордюры для тротуаров, залить резиновое покрытие у детской площадки и замостить несколько дорожек. Сейчас рабочие начали устанавливать игровой комплекс и опоры освещения. По контракту полностью сдать объект подрядчик должен был до конца сентября, но не успел. Тогда им дали срок до 15 ноября. Сегодня строители попросили еще время, пообещав закончить все к концу месяца. За задержку компания поплатится рублем, причем рассчитаются с ней только тогда, когда все работы по благоустройству примет специальная комиссия.